Сказку Жигулевскую, на земле которой вы находитесь, расскажем вам, потому что в ней сила земли, природы, матери. Зеленая простыня на голове у актера театра «Самарт» Алексея Елхимова – не что иное, как импровизированный балахон. Вести в Ширяево еще и костюмы с декорациями не стали. Фантазия у коллектива достойная. Поездка на природу – первый шаг в репетициях новой пьесы по Чехову. Спектакль «Иванов» появится на сцене «Самарта». Этюдный метод для актеров не в новинку, но в сельскую местность, чтобы вжиться в роли, отправились впервые. Задания тоже сменялись, между прочим. Когда сначала нам сказали приготовить Саше поздравления Саше Лебедевой, поздравление тонкое, как девушке образованной. Сначала мы пытались в этом ключе делать что-то с поэзией, с высокой связанное. То последнее задание было сделать просто вообще в отрыв. Так, чтобы было на грани. И тут уж гости разошлись. Вот тебе, Сашка, подарок наш! Лови! Да угощай всех гостей! Перепутал Сашку я! Вот такая я фигня! Этюды – это трамплин, с которого необходимо начинать любую актерскую работу, уверен режиссер спектакля Анатолий Праудин. Экспедиция в село Ширяево, на его взгляд, подарила здравые зерна будущей постановки. На берегу Волги артисты «Самарта» пытались воссоздать атмосферу дворянской усадьбы и прожить несколько дней так, как это сделали бы семья Иванова и Лебедевых. Это делается не для того, чтобы идеологически утверждать. Это делается для того, чтобы артистов из себя активизировать свою, так сказать, как бы природу, уточнить, так сказать, как бы среду. И это начало, так сказать, как бы нащупывания, так сказать, как вы говорите, идеологии всего будущего произведения, спектакля. За ангела наш, за Сашеньку! У-ху! Саша! Премьера «Иванова» намечена на сентябрь 2015 года. А пока часть коллектива театра «Самарт» отправилась в Японию на крупнейший театральный фестиваль для детей «Киджимуна Феста». Марианна Мирная, Павел Пресняков. События.